Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Seven Days to Die. В прошлой серии я немного тут закопался в бункере, насобирал, разбирая трубы, практически 2000 металла, который мы пустим на шипы, наверное, металлические. Так, нам сейчас нужно скрапнуть кусочек дерева и сделать пару лестниц. Ну, может быть, одной нам хватит лестнички. Так, давайте сейчас сделаем таким образом. Подождем, пока нас перестанут чуять. Потому что бункер не так глубоко, и долбежку по трубам. Тут было на потолке очень много труб. В комнатах было много труб. Теперь труб уже нет. Но есть куча металла. Так, сейчас мы подождем, значит, пока меня перестанут чуять, и поползем на выход. Вот этим мне не нравятся бункеры с одним входом. Это весьма не очень на самом деле, когда нужно сваливать куда-то, уже пора, да, уходить, а над тобой куча зомби ждет только того, как ты появишься там. Короче, сейчас попробуем. Аккуратненько ползем. Так, лестнички вот здесь вот нету. Тут хитрый способ был уберечься. Поломали немного фреймы. Так, и убегаем. Я не знаю, мне может показалось, что там рычали собаки. Наверное. Ой, блин, они тут все на кактусах тоже покололись, как я только что. Ну хорошо, в целом у нас довольно неплохо получилось. Перья. А, у меня пустой слотик появился, поэтому перья помещаются. Окей, согласен. А, если не считать того, что дроп, за которым мы вчера довольно долго-таки лазили и долго его искали, оказался не очень таким хорошим, не очень полезным, что ли. Но все же, поход был совершен не зря. И мы набрали кучу запчастей для оружия разного. Ну, к сожалению, пока все без патронов оружия у нас, потому что штангенциркуля нет. Но все же это не так плохо. Так, теперь у нас как бы свободный день. Мы можем заниматься всякими разными делами интересными, полезными. В плане собирательства ресурсов, конечно же, интересного, полезного. А, мы пойдем за этим, точно. За сокровищем. Мне ребята в комментах подсказали, что сокровища, которые в воде находятся, там копать не надо. Там можно вот те, которые у нас сейчас на карте, вот, да, на этом, на компасе отображаются мелкой точечкой. Мы за ними сейчас поплывем. Они под водой стоят, их сразу видно, можно просто приплыть и забрать. Вот, но для начала мы вернемся домой и выложим вещи, потому что у нас инвентарь полностью забит. Есть только место для ресурсов, типа камня, да, которые мы можем по дороге подсобирать. Потому что это основной материал, который сейчас мне нужен. Мне даже дерево не так нужно, как камень. Вот, поэтому камень я подобываю по дороге. Ну, там еще места немного у меня есть. Немного, но есть. Вот, поэтому можно пособирать. Так, чуть-чуть, без фанатизма. Я понимаю, что многим уже надоело смотреть, как я добываю ресурсы. Но это на самом деле одно из основных занятий в игре. Без добычи ресурсов. Нет, можно, в принципе, играть и без добычи ресурсов, просто бегая, прячась по крышам и лутая города, и убегая от орд, да, по большому счету. Можно так как-то играть, но это неинтересно. У нас этот сезон такой более строительно-выживательный. Вот, и по плану на этой неделе построить хотя бы одну стеночку цементную с бойницами, чтобы мы могли хоть как-то отстреливаться более нормально от зомби, которые будут к нам идти. Вот, ну и ремонтировать стеночки во время, и шипы тоже можно будет ремонтировать. Мы поставим металлические шипы. Вот, ну посмотрим, как это все будет работать. Пока рано как-то загадывать, строить какие-то более серьезные планы. Для начала нужно много всего сделать. Так, давай, оп, практически идеально. Они все равно, даже когда мы прыгаем, они все равно нас как-то пытаются замедлять. Гадские шипы. Гадская колючая проволока. Так.
Идем. Я, наверное, сейчас просто вот так вот выложу сюда все это барахло, которое мы насобирали. Я бы, конечно, хотел лопату починить, но не сегодня. Ну, не лопату, точнее, кирку. Не сегодня уже. У меня вроде бы нет кирки, поэтому да. Вот. Сейчас мы пойдем за сокровищами. Не знаю, что там печки мои работают или нет. Я убирать не буду рампу, чтобы заново ее не ставить. Давай, 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 проходи. Надо будет здесь траву расчистить, все перекопать, со всех сторон базы сделать все более равномерно. Это все по плану. У нас такое довольно большое строительство намечается на самом деле. Ясно, что частично все это будет не на запись, как и сбор ресурсов для всего этого. Эту серию на этой неделе я, наверное, практически последнюю записываю. Дальше, ну, несколько серий точно, несколько дней точнее, я точно проведу не на запись, собираю ресурсы. А потом, ну и буду в это время там тот же цемент подготавливать, да, может удобрение по делу. Мне ребята тоже подсказали в комментах, что оно не в химлабе делается, а в этой. Блин, я не взял мачете с собой, ладно, зверюшки живыми останутся. Делается удобрение в бетономешалке, как ни странно. Так, давайте посмотрим по карте, где наше сокровище. Дальше нужно, короче, до сюда дойти. И у нас, по-моему, еще одна была карта. А, вторая далеко вот сюда, да? Тут у нас два даже сокровища. Можно будет сделать... Может быть, на этой неделе, если я заскучаю, то пойдем за теми двумя сокровищами. Но, как я понял, сокровища вроде бы делятся по цвету на вот такие белые, как мы видим сейчас, вот, вот только такие, да? И есть еще такой более коричневатый цвет иконки сокровищ. И вот как раз, может быть, там будут другие сокровища. Кстати, мне сказали, что гнезда... Гнезда надо разбирать гаечным ключом. Из них будут тоже перья падать, прям в большом количестве, якобы. Но гаечного ключа у меня сейчас нет, поэтому разобрать я не смогу, но надо будет обязательно проверить. Если так, то это будет очень круто. Я хоть буду с пользой с какой-то определенной ломать вот эти вот гнезда птичьи возле моей базы. Надо, наверное, с собой брать постоянно гаечный ключ, ходить с ним, наверное, что ли, не знаю. Так, ну, значит, сокровище, да? Чё там, атлетика до 50 прокачалась, окей. Это хорошо. Кстати, что нам атлетика дает? Атлетика, по-моему, дает возможность лучше, дольше под водой дышать. Давайте мы глянем сейчас быстренько. Атлетик, это арчери. Так, сурвайвер, а где? Стоп, какой сурвайвер? А, это не сурвайвер. Правильно, правильно, правильно. Все верно, я что-то... Так, попытка номер два. Вот атлетика. Да, дыхание под водой и расход энергии просто так уменьшается потихонечку. Уменьшается у нас вот набег. Ну, тратится все-таки энергия, не так сильно, но тратится, как ни крути. Вот, сейчас посмотрим, как мы будем тут плавать чудно. Под водой. Так. Занырнем, посмотрим, где там сундук. Пока вроде не видно, да? Ну, там дальше, там довольно далеко-таки. На глубине. Я проголодался, конечно, я с собой еды толком не брал. Ничего, кроме юки, за последний день, по-моему, не ел. Разве что супчик кушал. Мясной с овощами, да? Еще в начале дня, по-моему, прошлого. Так, ну что там, что там? Мы близко уже, нет? Какое-то прям бесконечное озеро. Наверное, не совсем озеро, но неважно. Так, ну. Пока не видно вроде бы сундука, да? Как долго плыть-то? О-о-о, вот уже клюет. Клюет, ныряем. Все, вон сундук, действительно, да. Только что-то он как-то нифигово так далеко
А мы как-то нифигово так медленно плывем. Ого, ого. Прям вообще что-то мы не плывем практически. Может, надо убрать что-то из рук? Вообще. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Мы сейчас начнем тонуть еще. Давай, 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 давай. Давай, 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 всплывай, всплывай. 18 патронов мы нашли, да, и, по-моему, там что, ракеты для этого, для гранатомета? О, фух, мы успели. Так, можно пока немного передохнуть. А, Rocket Launcher Stock. 18 патронов для 7.62, для винтовки. У нас как раз винтовка есть. Простая винтовка, не снайперская, конечно, но это хоть что-то. По-моему, вполне неплохой вариант. Ну, ребята говорят, что там можно патронов найти огромное количество иногда в таких вот сокровищницах. Это, конечно, здорово. Но не с моим довольно маленьким процентом лута, который я поставил на стройках. Так. У нас еще есть оружейный магазин в этом городе. Я про него помню, я не забыл, не переживайте. Мы к нему тоже вернемся. Нам сейчас, в принципе, как бы он не очень нужен. Мы там можем, конечно, патронов раздобыть, но лучше сделать дома нормальную оборону, более прочную сейчас, мне кажется, чем иметь кучу оружия без патронов. Оружия у нас, в принципе, хватает уже всякого разного, а вот патронов реально нету. А за патронами я даже не знаю, куда бежать. Это нужно еще искать какие-то заводы, это нужно бегать, нужно... Ой, может быть, даже мы, знаете, как сделаем? Не, ну, жульничать нехорошо все-таки. Но можно было бы, конечно, попробовать пойти куда-то далеко-далеко пешком. В поисках библиотеки с чертежами. Вот, в идеале мы ее бы нашли, ну, могли бы найти, да? Может быть, по дороге нашли бы этот, как он называется, какой-нибудь завод или что-нибудь подобное, какие-нибудь заправки там тоже бывают, ящики с инструментами. И, может быть, в этих ящиках с инструментами мы нашли бы штангенциркуль. Вот, если бы так вот нам повезло, это было бы здорово. Но тут как бы шанс такой себе, да, а поход этот будет очень таким продолжительным из-за того, что у нас рядышком за города закончились. И рядом у нас больше нету таких вроде бы как мест, где мы можем найти что-то подобное и полезное в этом плане. Разве что посмотреть по карте, куда еще можно пойти, где дороги есть, да, может быть, в ту сторону, где у нас сокровища лежат, может быть, пойти забрать сокровища. И пойти в ту сторону искать новые города. Там вроде бы, ну, может быть, я видел с горы город, но я не уверен. Я не уверен в этом. Вот. Ну, можно как-то так попробовать будет сделать. Ладно, я пока нажму на паузу. Пособираю, похожу ресурсы. Собственно, сейчас я по большому счету весь день, ну, остаток дня, наверное, буду собирать камень. Как только много его насобираю, пойду домой и там уже посмотрим, чем мы займемся. Надо поразбирать все то оружие, которое... Ну, поразгребать все то оружие, которое мы нашли прошлой серии, пособирать там что-то, может быть, покрафтим и все остальное. Пойду я потихонечку куда-то вот в эту сторону, поисследую, что там у нас. Блин, дождь пошел. Но зато там пустыня, не так будет, может быть, жарко в пустыне. Ну, не спеша так буду идти в ту сторону и собирать дальше камень. Я пока не так много насобирал, 1500. Так, ну, собственно, как и ожидалось, тут у нас довольно... долгое побережье до, ну, края видимого, видимой территории на карте. До сюда, наверное, это все-все-все одно побережье. Ну, поэтому смысла особого идти нет туда. Но там есть ресурсы тоже, там есть камень тот же. Я пойду, пособираю те же перья. Тоже будут очень-очень нужны. Дерева там нету, но там иногда встречаются мешки
в которых можно найти те же патроны и запчасти для оружия. Вот, если повезет найти, то будет здорово. И может быть я наконец-то пособираю немного алоэ и юки здесь чистой, да, и не буду дома уже высаживать ее. Займусь дома рассадкой чая, ну и картошки тоже побольше надо будет посадить, просто потому что... Чай дает wellness, нужно переходить уже на постоянный, на постоянное питье именно чая. Пока я его не сажал, поэтому я периодически пью еще воду. Алоэ, из алоэ можно будет делать в итоге разные бинты, которые будут восстанавливать хп, что тоже весьма-весьма полезно. Кстати, камня что-то здесь не так уже много. Вот, ну, пока... Хожу, лутаю, тихо, спокойно, зомби такие вялые довольно-таки, в небольшом количестве пока что спавнится, и мини-орд пока не видно, но я просто двигаюсь постоянно, поэтому они до меня не доходят, видимо. Вот, я никого даже убивать не пытаюсь, потому что это совершенно не нужно, просто бегаю и собираю всякие полезные штуки, исследуя территорию. Вон, кстати, водонапорная башня, пойдем к ней посмотрим, что там. Водонапорный, ну что-то типа того. Так, первый мешок маленький с маленькой запчастью для дробовика. Так, там ничего интересного нет, там вроде даже сундуков даже никаких нет, по-моему, да, или каких-то, ну, штук, которые можно полутать, контейнеров или трупов каких-то, да, что стоило бы туда залазить. Но там спавнится мобы, странно. Так, я видел тут вот где-то еще один домик, вон там домик, можно пойти посмотреть, что там. Семечко картошки без поля. А, это лагерь. Ну, кстати, в лагере тоже можно полезностей надыбать. Ну и зомби там тоже присутствуют. Всегда. Понял. Понял, сейчас тактическое отступление для выброса всякого хлама, который я насобирал. Так, это я хотел выкинуть, это я хотел съесть, песок выкинуть, это выкинуть, это выкинуть. Так, зомбатня, подожди, я сейчас до тебя доберусь. Это можно скрапнуть. О, все, наспавнилась толпища уже такая, вон еще ползуны тут всякие, толстуны, ползуны. Так, лутаем долары. Тут вот была, по-моему, кучка еще, да? Ну, блин, их много, реально. Всех тут не перебить. Ну, сейчас посмотрим, что мы с ними сделаем. В кучку соберем, да уведем, может быть, просто, да, как мы это делали. Сейчас я пойду на разведочку вот сюда. Ой, я через кактус переступил и даже не наступил на него, я в шоке. Чё-то камней здесь почти нет на самом-то деле. Мне казалось, что здесь побольше будет камушков. Так, это... Камни. Камни издалека похожи на вот такие всякие мешки, кошельки, которые встречаются периодически. Так, сейчас еще я выкину барахлишко. Скраб, 30 баксов. Ладно, скрапать не буду. Вот это. Водичку можно выпить. Стекляшку я выкину пока. Мы, в принципе, ненадолго, поэтому я не думаю, что мы тут будем пить очень сильно, очень много. Так, ладно, попробуем пойти обратно. Зомбатня как-то вяло за мной пошла, я слишком быстро от них убежал, да, они не успели среагировать. Так, вот этот вот ствол сейчас лутанем, может быть, там будет медик тот же, да? Ага, понятно, не будет там медика. Так, молоток в руки беру первым делом и давайте смотреть. Хлам. Хлам. Кастрюля, мешок. Давай мешок. Бесполезный мешок. Так, там три контейнера. А ну-ка сейчас. Ага. Можно и... Ух ты, елки-палки, боже мой. Я аж подпрыгнул. Что-то не ожидал, что она так близко подойдет к нам. Вот это да, я чуть не... Ух. Так, ткань мне не нужна. Мне нужна только вот эти контейнеры. Ладно, отводим. Я не хочу стрелы на них сейчас тратить. Лучше мы побольше стрел оставим на орду, когда они придут за нами. А этих просто отведем чуток. Ну, как мы, впрочем, делали в прошлый раз это, да? Так.
Ой, блин, снова ты что-то быстро ходишь. Преследует меня. Зараза. Что-то их, по-моему, все больше и больше. Они все сходятся и сходятся. Елки-палки. Так. Показалось, показалось-то красный цветочек там на кактусе. Курочка. Курочка. Ай, ладно. Сейчас бегать за ней буду. Она не застряла. Я показалось, что застряла, но вроде бы не застряла, вроде бы убежала. Так, хорошо, давайте сейчас быстренько врываемся. Забираем фонарь, забираем ничего. И еще раз ничего, отлично. Топовый лут просто. Ради этого я так долго мучился. С этой зомбатней. Еще и сейчас солнечный удар отхвачу. Так, ну, что я могу сказать, так это то, что здесь больше в этой пустыне нет ничего интересного. Сейчас скупнемся быстренько. Так, присядь, отдохни, я пока карту посмотрю. Да, тут или выходить на эту дорогу и идти куда-то туда дальше, или я даже не знаю, или по вот этой большой дороге. Может быть, вот сюда будет поворот или как-то. Вот, посмотрим. Ну, хорошо. Пойду тогда в сторону дома, уже вечереет потихонечку. Еще полутаем всякого барахла. Что там у меня? Сколько камня? 2500, да? Ну, неплохо, в принципе. В принципе. Так, ткань я выкину. И я еще пособираю камушек по дороге. Так, что-то я, по-моему, только что рассказывал, и все это пошло не на запись. Что, да, скорее всего, так и было. Я что-то рассказывал только что. Думал, что я запись включил, а запись я не включил. Короче, какая-то ерунда. Так, все, дом, родной дом. Наконец-то хоть дома переночую. Я что-то забыл про колючую проволоку, про это, елки-палки. Так, это новые какие-то гости тут приходили. Возьмем обезболивающее. Есть у меня место? Есть. Это все кто-то из стареньких наших друзей. Так... Все, все. Идем, значит. О, у нас тут хорошо, так аккуратненько. А, печечки работают, урожайчик уже созрел даже, да? Здорово. Значит, что мы сегодня надыбали? 12 яиц, алоэ 55 уже. Неплохо, этого тоже целая куча, если вдруг что. Так, 18, 26 уже патронов, нормально. Сток для рокет-лаунчера. Ага, вот. У нас... А, не было? Ну, кстати, нам одна часть только осталась для него. Неплохо. Так, для дробовика надо будет сейчас разобраться с дробовиком. Пока что этой ночью мы будем все плавить интенсивно. Поэтому к нам будут истерички заглядывать. Но нам надо сделать целую кучу... Можно, конечно, камней каких-то еще сделать. Не, наверное, я лучше сделаю... Так, здесь цемент пока что полным ходом. Почти 2000, неплохо. Вот это неплохо, да. Однозначно. Так, здесь хорошо так стали. Вообще не дурно. Переплавка пошла очень даже очень... Давайте посмотрим. А здесь даже камень весь переплавился с верхнего слота. Очень хорошо. Так, значит, что мы еще делаем дальше? Сделать первым делом пару кирок поставить. Стальных, давайте топор сделаем. Кирку одну. Вторую, третью, четвертую, пять, четвертую, да? Больше дерева у меня, по-моему, нет. Стали не хватает по-прежнему, но не страшно. Так, что дальше? Здесь ставим, готовится порох по-прежнему. 370 еще только из того, что у меня сейчас есть. Так, а у меня есть немного на самом деле. Ну, кстати, мы еще можем сделать. Но удобрение, да? Удобрение, удобрение, удобрение. А нужно ли нам вообще это удобрение? У нас еды и так хватает. Она растет себе, мы столько не едим. Кстати, по поводу еды, давайте мы... Перекусим супчиком вкусненьким. А то я там совсем проголодался уже. И чайку хлебнем тоже, да. Wellness еще поднимем заодно. Так.
Еще одну баночку чая, пожалуйста. Так, все. Это сюда. Сколько, блин, всего 9 чая. Надо вот чай, кстати, посадить, наверное, будет. Разберем его на семена, 9 штук. И чай посадим. Так, закрывай. Что ты не закрываешь? А, я понял, почему не закрывает. Все нормально. Так. Что у нас здесь? 400. Угу. Дерево 1000 есть. Куча камня. Неплохо. Это пока сюда выложим. 12 стали. Хорошо. Это сюда. Очки. О, не знаю, что с этими очками делать. Выложить. Ну, они лучше, чем эти, как-никак. Но я эти оставлю, мне больше нравятся, они такие более стильные, что ли, более подходят к постапокалиптическому миру. Вот, поэтому возьмем. Так, 1090. Хорошо, шикарно. Еще цементного раствора 1090 получается. Нет, 1000 только получается. Зря. Ну ладно, ну понятно, я камня мало взял. Хорошо, и там еще будет... Надо, блин, песок нужен. Неужели придется таки действительно камень перерабатывать в песок? Мне бы этого очень не хотелось. Ладно, так. Давайте сейчас... рецепты. Дерева нету, да? Понял. Стрел сделаем еще 98. У нас уже неплохо, почти 200 стрел будет. Можно будет еще немножко наконечников сделать. Так, ты работаешь? Да, работает, все хорошо. Ты работаешь, тоже работает. Так, так, так. 2 минуты. Не успел я посмотреть, как топор доделывается, к сожалению. Это... беда. Так, но это как бы только начало. Мы начали только разгребать весь хлам, который мы тут насобирали за эти несколько серий. У нас еще тут есть партия. Давайте я сейчас дерево выложу тоже. Скрапик это тоже его... Ага, его там много. 20 патронов к дробовику. Можно пособирать будет. О, четенько, да? Все даже влезло. Супер. Так, парочка дополнительных шлемов. Мы их потом соберем, потом соединим с фонарем и сделаем эти шлемы светящиеся, нормальные. Как раз починим мой, который у меня. Я специально для этого их собираю, если кто еще не понял или кто забыл. Так, еще можно поставить 80 пороха. Крафтится, да? Пусть крафтится потихонечку. 1000 пороха. Чума. Столько пороха, а патронов делать не могу. Обалдеть. Вот еще 3 патрошки сюда. Тридцатник. Почти тридцатник есть. Так. Вот тут надо... А давайте попробуем. Ребята говорят, что вроде бы можно просто целиком пистолеты собирать. Нельзя. Только запчасти по отдельности. Ну, я с пистолетами не хочу сейчас морочиться совершенно. Поэтому оставим все пистолеты здесь. Так, СМГшечка. И вот эту вот штуку сюда положу. Надо ящик, наверное, еще один сделать. Для целого оружия. Похоже. Так, новые запчасти для охотничьей винтовки. Целая куча. Только они не там, где надо лежат. Надо будет сейчас собрать дробовик. Почти целенький, да, нам не хватало вот этих частей, новых у нас нету, только вот эту можно взять. Ну давайте мы сейчас соберем лучше нормальный дробовик. Так, и вот, у нас теперь есть более качественный дробовик. Не обрез, а полноценный дробовик, который будет неплохо стрелять. Ну и мы его тоже сейчас еще подрихтуем. Я уже не на запись, наверное, это сделаю. Сейчас все это соединять. Тоже морока, времени долго. А, мы еще, походу, винтовку нашли целую, да? Целый хантинг райфл. Окей. Но мы не можем их ассемблить, к сожалению. К сожалению. Ну ладно. Но зато мы можем как-то... Да нет, не можем ничего пока.
Потом. Это все потом будет. Так, еще один сток. Куча запчастей от АК, как ни странно. Раньше у меня столько никогда не было. Запчасти для СМГ дополнительные. Куча пистолетов. Реально можно будет сделать 400-й какой-нибудь пистолет запросто, я уверен. И еще пару стоков от охотничьей винтовки. Отлично. И баррель от пистолета тоже. И еще запчасти от АК. Хорошо, это все я соберу как-нибудь. Сейчас на это время тратить совершенно не хочу. Мы можем сделать патроны для дробовика. Мы можем, в принципе, их уже много сделать. 200 штук. Стоит ли это делать? Вот в чем вопрос. Это как бы достаточно доступные патроны, но они довольно-таки слабые. Это, ну, будет то же самое, что с блондербасом. Когда он вроде бы как есть, а тут же лук 600-й и то получше выходит. Поэтому я не знаю. Я пока подумаю. Тут как-то сложный такой выбор. Я пока... Ну как сложный? Можно сделать и не париться. Можно и не делать. Есть как бы чем занимать. Пока что наши печки. Кстати, по поводу печек, да, вот здесь мы плавим сейчас... Как эти штучки замечательные называются? Ничего себе, по 100 железа надо. Как эти штучки... О, истеричка. Идет. Слышите ее, да? Я слышу. А чего здесь не хватает? Железо есть. Вот чего здесь не хватает. Это не проблема. Так, ну пока крафтится. Одну запчасть пока что выложим. Надо, да, наверное, поменять. Хотя нет, я сейчас пока все равно из дома далеко выходить не буду. Пока оставлю молоточек. И мы можем сделать еще шипов. Так, дерево возьмем. И из скрапа делаются... Ну, колючки мне пока хватит. Вот таких вот лог-спайков. Еще 46 штук. И закинем их, да, вот сюда к этим. У нас уже, ну, 150-160 будет примерно, так что неплохо. Опять я чуть-чуть не успел на кирочку. О, шикарно, 409-е. Уже бодренько так смотрится. Весьма-весьма. Так, наковаленка плавится еще. Сейчас доплавится. И начнем делать вот эти вот ребер-фреймы. Так. Трассинги, неинтересно. Ребер-фреймы. Ну, столько нам, наверное, пока не понадобится. Но штук 200 надо взять, наверное. Потом залить цементом их. И можно будет работать потихонечку. Может быть, даже не 200, а 400. Но нам все равно их понадобится очень много. Это основной такой блок, да, вроде бы, если я не ошибаюсь. Что происходит? Давай, 400. Крафтим. Они достаточно быстро крафтятся. Меня интересует еще, знаете, что... Как эти штуки называются? Если бы я знал, как они называются, все было бы слишком просто, наверное. Из... Может, тут надо где-то было посмотреть. Это нет, не то, вот тут, наверное. Из цемента. А, вот такие полы. Пол. Это из... Ну, фактически из песчаника, да? Камень с песком. Это нам не интересно. Полублоки. Полублоки. А, кстати, а вот полублоки тоже интересный вариант. То есть у нас будет щель такая, через которую мы сможем прекрасно стрелять. Но у нас еще есть 1/4 блока. Это куда? Можно вот такими полами тоже застроиться. Они точно так же стоят. Да.
Короче, да, надо сейчас покрафтить будет, попробовать. Где наш цементик, растворчик? Ну, сотенку, наверное, сделаем, да? Подождите, сотенку — это 1000 цементов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это много. 1/2. Вот такие, да? Может, с деревом сначала поэкспериментировать? Сколько? Ну да, 50 штук. Надо, короче, сначала что-то попроще, штучек 20 сделать. Попробовать, как оно работает. Или все-таки полы сделать. Мне ребята советовали вот такие полы. Прочность у них одинаковая, походу, будет. Ну, давайте сделаем через полы, пойдем. Так, хорошо. Реборфреймы готовятся. И я думаю, что уже завтра мы выковыряем здесь, например, пару блоков. Поставим дверь. Тут сундук у нас. Ну, видимо, придется сундуком пожертвовать. И начнем строить немножко вот эту вот часть стены. Улучшать, расширяться. Сделаем там такую стенку, которую можно будет... Ну, где можно будет отстреливать от зомби, если что, потом свалить сюда, например. Попробовать. А там, наверное, тоже я сделаю все-таки ряд шипов. Хотя бы один, да? Как дополнительную защиту. Наверное. Надо будет крышей тоже все закрыть. Как раз будет стена такая, как полая внутри. Вокруг всего этого дела. Надо будет тоже сделать как-то, чтобы более-менее... Ну, у нас как бы низ есть. Низ виден. По этому низу и будем работать. Хорошо. Пока что я, наверное, на этом тогда серию закончу. В принципе, что тут? Я могу еще картошку пособирать быстренько, но... Это уже неинтересно. Вот. И я уже продолжу в следующей серии, когда... Наверное, через один день получается. Я начну строить, посмотрю, как все получается. Так ли я хочу все это видеть. Грибы созрели наконец-то. Вот. Ну и будем, короче, смотреть, как получается. Вон тут, кстати, блок один нам немножко погрызли. У меня сейчас цемент... А, есть с собой цемент. Ну ладно, потом я... Потом... Заремонтирую все это дело. Сейчас главное быстренько как-то... Построить стенку, причем сделать это так, чтобы истерички нас не спалили. А то будет горе, будут проблемы. Так, семена картошки делаем в этот раз уже 40 штук. 20 картофеля оставляем, 40 семян берем. Давайте посадим вот это вот все тоже. И, в принципе, мне сейчас огороды уже не особо нужны. Тут у нас ничего не растет все равно. Больше-то сажать нам особо и нечего. Куча кукурузы есть, которую я не расходую, потому что, ну, тот же этот нам не особо нужен. Тот же спирт, да? Куда еще кукурузу девать? Вот, вроде и некуда. Поэтому пока, наверное, даже сажать ничего не буду. Или посадить. Ну, короче, я подумаю. Неважно, не суть. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии.